я забралась сюда. Вот там вот, видите? А, там высоко вот так. А я забралась сюда. Я сфотографировалась с попой льва. Видите, там лев, там его попа. Я сфотографировалась. Туда единственное, что вот где сидит мужчина, вот если вы там видите, около льва, она не смогла туда залезть. Ну и ладно, зато я сижу вот тут вот. Там башня, а там вот Биг Бен стоит весь в строительных местах. И вот замечательная площадь. А, класс, 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 класс. И я тоже тут сижу. Я хотела здесь посидеть. Вот просто мечтала здесь вот сесть вот так и посидеть. Ой, теперь я здесь сижу. Хоумблок, пора. Так здесь сижу, сижу. Гуляю, гуляю по Лондону. Тут прикольно. Вот. Все. Всем пока-пока и добро пожаловать в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я пела эту песню очень давно, и она исполнила мою мечту. Мечты сбываются, просто надо постоянно о них думать и говорить. Вот. Даже когда я прописывала, как я буду гулять в Лондоне, я прописала, что я познакомлюсь с китаянкой, или с японкой, или с таиландкой, и мы будем дружить и гулять по Лондону. И так и получилось. Первый день мы познакомились с девочкой с Таиланда и прекрасно провели сегодня время. Все, всем пока-пока. С вами была Лара Шум из Лондона.